Продолжается информационный вечер с Алексеем Лихманом. Пришел черед в программе «Черное зеркало». Сегодня начнем с обсуждения скандала, который у всех на устах уже месяц. Минздрав лихорадит. Поверьте моему опыту, в Украине политический, а тем более социальный скандал не живет больше недели, а здесь обсуждается уже целый месяц. Вот «Черное зеркало» и решило разобраться, кто же довел до прединфарктного состояния систему здравоохранения и, самое главное, кто его из этого состояния может вывести. Приветствую нашу аудиторию. Говорю спасибо и здравствуйте всем политикам и экспертам, которые пришли к нам в студию. Начинаем обсуждение этой темы. Начать хочу с Бориса Тодурова. Вы один из главных фигурантов этого скандала, который мы, повторюсь, уже обсуждаем целый месяц. Борис, как вам кажется, что за рок давлеет над Министерством здравоохранения? Что это за проклятие? Почему уже третьему министру не удается довести дело, ну, хотя бы до какого-то конца, ну, может быть, не до конца, но хотя бы дать старт реформах, о которых мы так много говорим. Почему каждый из них только грязнет в скандалах и уходит? Я думаю, что это вопрос ответственности министра лично и в целом министерства за выполнение нашей Конституции. Я сегодня специально взял эту брошюру сюда, в студию, и, извините за формализм, зачитаю вам, чтобы мы понимали, в какой системе координат мы находимся. Третью статью Конституции Украины. Людина, її життя, її здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнають в Україні найвищою соціальною цінністю. Послідовність яка? Спочатку життя і здоров'я, потім все остальное. От за це відповідальність на сьогодні, к сожалению, міністерство пока не взяло Борис, на себя. Борис, ну это слова в общем, правильные, но в общем. Давайте конкретно об этом, об этой ситуации, которая сложилась. Вы выступили с очень гневной отповедью исполняющей обязанности министра Ульяны Супрун. Скажите, что для вас стало неповоротной точкой? Какие ошибки вы увидели в ее работе, после которых не смогли молчать? Здесь, наверное, извините, вы подумайте, а я пока хочу сказать нашим зрителям, что, к сожалению, ни позиции Ульяны Супрун, ни позиции ее замов, которых мы всю эту неделю приглашали в этот эфир, мы не услышим. В министерстве не сочли нужным или, возможно, ну, возможно, просто не нашли время, не хочу никого ни в чем обвинять, прийти к нам на эфир. Эфир будет долгим, у чиновников из министерства есть еще время к нам приехать. Наверное, в последний раз я сейчас могу их пригласить все-таки поучаствовать в этой дискуссии. Борис, теперь вы. В 2016 году была единственная ситуация за последние годы, когда не была выполнена ни одна из государственных программ. Их несколько десятков в министерстве, программ, принятых Кабмином, утвержденных Верховной Радой и профинансированных из бюджета страны. Есть закон о бюджете Украины. Так вот, в 2016 году впервые за всю историю ни одна из медицинских программ не была выполнена МОЗом. И мой на то время эмоциональный пост был вызван возмущением по поводу того, что у нас, у врачей, нет расходных материалов и препаратов, и медикаментов для того, чтобы спасать больных. Борис, почему вы утверждаете, что в этом виновата только госпожа Супрун и только Министерство здравоохранения? А достаточно ли у них денег заложено в бюджет? Логичный вопрос, который возникает. Деньги были выделены еще в начале 2016 года и лежали в бюджете. В феврале мы подтверждаем, следственная комиссия, в феврале месяце на счету были все деньги на закупку. Спасибо, Александр. В феврале были выделены деньги, в конце августа, в сентябре рабочие группы отработали всю номенклатуру и были подписаны все технические задания. И за 5,5 месяцев не было сделано ровным счетом ничего для того, чтобы обеспечить жителей Украины, наших пациентов, расходными материалами и медикаментами. Я все-таки... Не хотел бы, чтобы эта программа превратилась в программу обвинений только и линчевания Министерства здравоохранения, Александра. Откуда взрыв произошел у Бориса Тодурова? Мы стояли сейчас, готовились к эфиру и разговаривали о последней комнате у него младенцев. Более 20 человек. Несколько дней назад привезли двух. И он не может им ничего сделать, потому что чего нет? Нет расходных материалов. И что ты в этот момент чувствуешь? У тебя взрыв. Эмоция, злость. Ты обязан, ты отвечаешь криминально, ты обязан как врач оказать им помощь, а материалов нет.
Еще раз повторюсь, я не хочу, чтобы мы здесь занимались только линчеванием Минздрава, а попытались найти суть конфликта, да, и понять, что делать, чтобы эту ситуацию изменить. Есть кто-то в зале, кто не согласен с Борисом Александром, который может сказать, что в действиях Ульяны Супрун не все так плохо, и есть и большие плюсы, которые, возможно, перевешивают даже эту ситуацию. Пожалуйста, Ульяна. Давайте, что там делаешь? Я представляю организацию пациентов. Мы объединяем более 120 пациентских организаций, которые как раз и являются потребителями лекарств, о которых в том числе говорит господин Тодуров. Я согласна с тем, что тендеры действительно очень поздно начали в 2016 году. Но некорректно говорить о том, что они только в 2016 году так начались. Они и в 2015 начались, и в 2014, когда господин Мусей был министром. Тендеры начались в октябре, в ноябре и завершились в декабре 2015 года. Мы просто выходили на улицы с пациентами и устраивали тогда демонстрации, потому что лекарств реально не было. Что произошло в 2015 году? Деньги Министерства здравоохранения были переданы международным организациям. Это была очень проблемная реформа, которая борется с коррупцией и экономит украинские деньги. Более 800 миллионов гривен сэкономлено за 2015 год на тендерах Министерства здравоохранения через международные организации. Но дистрибьюторы, фармацевтическая мафия, которая недовольна этими реформами, конечно же, мешали весь 2015 год вообще проводить тендеры через международные организации. Эти тендеры опоздали. Опоздали также тендеры и 2016 года, в том числе и по этой причине. Вы же согласны с тем, что Ульяна Супрун не была... У нас не поворачивается язык обвинять Ульяну Супрун в поздних тендерах. Потому что мы понимаем, что человек пришел, они реально в сентябре только начали работать. Ольга, давайте сразу определимся, а должен ли это понимать пациент, который не может дождаться своей операции? Им не надо тоже не хочется никого министра. Обвинять. Не надо мне тоже не хочется никого их обвинять. Но мне не хотелось бы и оказаться в шкуре того врача, который должен объяснять пациенту, почему он не может его вылечить. Она понимаете? Точно так же оставила Квиташвили. И вы мне скажите, подождите. Господин Александр, вы меня извините. Я дам вам возможность задать вопрос, Александр. А вы что сделаете? Я общественная организация. Да, но можно я закончу с вашего разрешения? Я просто хочу спросить господина Тодорова в том числе, что делать тем пациентам, которые вот в институте сердца, например, недополучают лекарства, потому что он в два раза дороже их закупает. Да, обходя Прозора. У вас 32 тендера из 42 прошли в обход Прозора. Лекарства по тендерам закупаются в два раза дороже. Ну, хорошо, что вы их вовремя проводите, но это вы, к сожалению, в два раза дороже закупаете лекарства. Поэтому, можно манипулировать этими фактами. Вопрос прозвучал, мы слышали, Ольга. Борис. Существует некая манипуляция, такая очень хитрая, когда подменяются понятия обязанности министерства. Есть уставные обязанности министерства обеспечить государственные программы. Вместо этого министерство вдруг начинает заниматься поисками коррупционеров. Вдруг начинает экономить наши деньги, наших налогоплательщиков, и мои в том числе. Задача министерства по уставу не экономить деньги и не бороться с коррупцией. Для этого у нас есть совсем другие органы. Задача министерства обеспечить нас, врачей и наших пациентов, расходными материалами и медикаментами. Вот с этой задачей они не справились. По состоянию на сегодня, насколько изменилась ситуация? Я хотел бы уйти от персонификации некой. Да? У меня нет сегодня противостояния и какого-то скандала с госпожой Супрун, как и нет у меня противостояния с общественными организациями. Я просто задаю вопрос, что делать сегодня нашим пациентам, которых привозит скорая помощь, и которым я, как врач, имея за спиной юридическую и моральную ответственность за их жизнь, не могу помочь. Они экономят деньги и занимаются поисками коррупционеров. Вот в чем проблема. Ольга Богомолец, у меня вопрос к вам. Как к человеку, который тоже может повлиять на реформу здравоохранения, вы глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения. Почему мы не видим... Любая реформа, по-моему, поправьте, если я не прав, должна рождаться в диалоге. В данном случае между министерством и народными депутатами, вашим комитетом в частности. Есть ли этот диалог? Понять сложно. Кажется, нет. Мы его не видим. Кто к нему не готов? Депутаты или министерство на сегодняшний день? Насправді депутати роблять все можливе, щоб цей діалог відбувся. Саме тому ми запросили і представників міністерства, і пана Тодурова на засідання Комітету охорони здоров'я, власне, яке було зірвано. Зірвано тому, що не прийшли депутати, зірвано тому, що був демарш всієї команди міністерства, хоча
Из міністерства теж ніхто не явився. З міністерства ми мали можливість розглянути питання, яке не потребувало голосування. І ці питання стосувались і проблем Інституту серця, і закупівлі через міжнародні організації. Власне, мене дуже складно звинувачувати в якійсь такій, знаєте, в однобокості. Я була автором закону про міжнародні закупівлі. І я зараз мушу визнати і сказати, що те, що ми прагнули через цей закон, нам не вдалося. І що Міністерство охорони здоров'я має визнати помилки і виправити ці помилки. Я говорю виключно фактами. Міністерство охорони здоров'я, прем'єр-міністру, ми передали перелік, цифри тих медикаментів, які через міжнародні організації прийшли в Україну з терміном придатності 40 днів, в регіони були поставлені з терміном придатності 7 днів. Для лікування онкології з терміном придатності 2 місяці, 4 місяці. Поставки за 2015 рік ще не завершені. Плюс, якщо взяти референтні ціни, Оля, я готова вам, будь ласка, подати цю всю інформацію, тому що зараз якісь існують дві правди. Одна правда міжнародних організацій, громадських організацій, а друга правда, яка говорить, що є референтні ціни, по яким міжнародні організації купили значно дорожче. І ми не просто дорожче, ми заплатили міжнародним організаціям. У 2015 році 111 мільйонів, у 2016 це буде 200 мільйонів, а в 2017 це буде 300 мільйонів. Тобто за 600 мільйонів можна, знаєте, ну, дитячу лікарню облаштувати. Тому я пропоную взагалі не переходити в якийсь конфлікт. Нам потрібно з'ясувати. Тобто нашим пацієнтам має бути взагалі байдуже. Хто купує, які організації, це лише інструмент в руках Міністерства охорони здоров'я. Закупівлі має відбуватись своєчасно, якісно і приходити для людей, щоб люди могли лікуватись. Сьогодні це не відбувається. Мало того, я хочу завершити надзвичайно болісний момент. У нас є договори з міжнародними організаціями і Комітет охорони здоров'я є парламент, який виконує контролюючу функцію. І міністерство, яке має виконувати забезпечення. Так сьогодні офіційним листом міністр охорони здоров'я відмовив депутатам в третій раз вже надати копії договорів, заключених з міжнародними організаціями, посилаючись на те, що це комерційна таємниця і що міжнародні організації проти того, щоб парламент знав, яким чином підписуються договори. Тобто сьогодні ми не знаємо, що ми купуємо, які договори підписало міністерство. И у парламента немає можливості проконтролювати. Ну, кстати, а при этом нас полицию обвинили в политическом заказе. Кстати, во всей этой истории... Тому я звертаюсь зараз до прем'єр-міністра, до президента. І прошу, будь ласка, ці договори потрібно. Якщо парламенту їх не дають, будь ласка, ознайомтесь з цими договорами, щоб ми знали, що робить міністерство. Знову повторюсь, ситуацію з видачі цих документів об'яснили політичним заказом. Взагалі в цій історії із Мінздрава звучать оправдання... Как это правильно сказать, однообразные. Всех критиков деятельности Минздрава обвиняют в политическом заказе. Наверное, скоро начнут обвинять в том, что это рука Кремля всем этим управляет, как у нас любят политики делать. И вообще общество вот как-то разделило. Смотрите, против министерства выступают депутаты, выступает даже парламентский комитет по охране, по здравоохранению. Против Минздрава выступают врачи. Деятельность Ульяны Супрун поддерживает только премьер сегодня открыто и активисты. И почему такая поляризация? Алексей, можно. Знаете, во-первых, есть закон в менеджменте, который говорит, что если на какую-то позицию ставишь нового человека, меняешь, а ситуация не изменяется, это означает, что что-то неправильно. Должностные инструкции этой позиции прописаны неправильно. Система работает неправильно. У нас за 2,5 года поменялся уже сколько министров? Муси, Квиташвили, Супрун. И мы выходим на одни и те же проблемы. Вот сказала коллега, был октябрь, сейчас август, но это действительно очень поздно, проведение тендеров. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть системная проблема, которую нельзя решить, просто сменив Квиташвили на Супрун, Супрун на Мусия, Мусия на Иванова, Иванова на Петрова. То есть нам сегодня, как парламенту, необходимо принять законодательство, которое позволит системно решить эту проблему.
Кроме того, у нас явно есть вот это продолжение нашего украинского комплекса такого меньшевартости. Вот мы все время ищем кого-то, кто приедет и нам что-то спасет. Мы думаем, что побороться с коррупцией надо отдать. Чтобы побороться с коррупцией, надо отдать закупки кому-то со стороны. И оказывается, что и там есть проблемы с коррупцией. Чтобы побороться с коррупцией, ее нужно преследовать. Нужно, с одной стороны, сделать прозрачную максимально среду, Алексей, как мы сделали через Прозора. Правильно абсолютно говорите, но у меня в голове некий дисконнект. Вы еще у нас член коалиции или нет? Вы еще член коалиции. То есть это вам же даже нужно голосовать мозг. Законопроект, который изменит ситуацию, который сломает систему. Вам абсолютно же верно. Нужно я, правда, не вхожу просто, в комитет по вам же просто не, это же вам же нужно болит. Не просто тасовать министров, а на и поэтому я дать им реальные коллегам, полномочия. Давайте, но пока я хочу напомнить, ситуацию. Вы даже не назначили Ульяну Супрун министром здравоохранения. Мы не можем никого назначить. Хороший вопрос, через почему? Силу, потому что, согласно Конституции Украины, только премьер-министр может внести подання на назначение того или иного человека министром. И никто другой. Я снова уточню для себя, правильно ли я понимаю, как у нас устроена власть. Этого премьер-министра делегировала во власть все-таки коалиция, членом которой вы являетесь. Но значит, что премьер-министр сегодня либо не видит политической поддержки под фамилию Супрун, а мы видим, что с этим есть проблемы, если у нее есть проблемы даже в комитете по здравоохранению, либо премьер-министр еще сам не уверен в том, что это должна быть именно Супрун. Я думаю, что в ближайшее время, вот буквально там месяц-два, мы увидим, смогла ли Супрун справиться с той ситуацией, которая сложилась. Если она справится, тогда ее будут подавать. Если нет, будут искать другую кандидатуру. Я возвращаюсь к первому тезису. Мы можем поменять еще раз Супрун на Иванова, Петрова, Сидорова. Если мы не поменяем систему, мы через полгода опять будем говорить одни и те же слова в этой же студии, только с другой фамилией министра. Наблюдая за всем этим конфликтом, никому не кажется, что реформа здравоохранения, о которой так много говорили и которую обещают уже не первый год, у нас сошла на вопрос о том, где подешевле закупить бинтов с пластырями и таблеток от головной боли. Ну, то есть, вот, что ее размыли просто до нижайшего уровня. Но никто не говорит о том, что систему нужно перестраивать заново, выстраивать. Владимир, как вы считаете? Ну, во-первых, я думаю, что Александр есть две стороны проблемы. Наведение элементарного порядка. Потому что то, что рассказывают, да, когда закупаются лекарства по завышенным ценам, да, тут явно есть какие-то злоупотребления, надо думать, как их остановить. Второе, да. Здесь, как они поставляются? Здесь не могу не вставить ремарку. Зачем мы насоздавали столько антикоррупционных органов, чтобы потом министерство тратило свое время на борьбу с коррупцией? Это отдельная тема. Вот, знаете, да, мы не будем на этом останавливаться. Это насчет ремарка, антикоррупционных органов я могу вам сказать. Например, антикоррупционное агентство за побегание коррупции. Вот сейчас к нему очень много вопросов по поводу того, что оно не проверяет декларации электронные. Это отдельная тема. Она не имеет отношения к здравоохранению. Это я вот предлагаю отдельно обсудить. Это очень интересная тема. Здесь зрителям про анонсирую, очень детально мы ее раскроем в воскресенье теперь, в 20:00 подробностях недели. Как лекарства идут? Закупили. Они идут несколько месяцев. Ну, явно ненормально. Если нарушаются сроки, явно ненормальная ситуация. Поэтому, во-первых, надо навести элементарный порядок. И тут я согласен, что это ответственность министра и министерства. Это менеджерская задача. Второе, это реформа здравоохранения. Я тоже не понимаю. 3 года. Вот меня очень волнует ситуация, когда при разных министрах, но нет взаимопонимания между министерством и парламентским комитетом. Вот эта конфликтная ситуация, она создает проблемы и для функционирования министерства, и самое главное для формулирования общей позиции по реформе. Потому что реформу надо делать, нам надо определяться, у нас будет страховая медицина или не будет, или что-то будет другое. С этим надо определиться, потому что это вопрос о будущем развитии отрасли. Но для начала я считаю, что нужно навести как минимум какой-то элементарный порядок. Кто это может сделать? Не знаю. Вот у меня просто еще вопрос. А вы сами как-то пытались вот с той же Супрун встретиться? Потому что это же возникло не в январе, как я понимаю. Она с сентября работает. Первые же дни ее назначения пригласили в институт, сделали большую презентацию по кардиохирургии, по статистике, по всем вопросам. Нас просто физически отстранили от реформы. Сегодня реформу делают не врачи. Сегодня реформу делают не специалисты. Сегодня реформу делают несколько молодых людей, которые... Речь не о реформе, а Я хотел бы уточнить, вот какой будет, к чему приведет эта реформа, какой станет система здравоохранения, вам в первую очередь, ведь, да, важно понимать. Больному, ну, то есть нам, пациентам, в общем-то, лечите нас хорошо и помогайте нам жить дольше, и то хорошо. Вы понимаете, к чему мы придем,
после того, как ну, там, ознакомились с озвученным министерством какими-то планами по реформированию? Во-первых, нас никто... Какая модель нас ждет? Нас никто не ознакомил с этими планами. Ну, в прессу просачивалась информация. Это все абсолютно кулуарно. Это все абсолютно закрыто. Это нигде не обсуждается открыто со специалистами. Есть эксперты в каждом направлении в Украине, слава богу, мы работаем уже 30 лет над тем, чтобы поддержать и как-то развивать медицину. Нас просто отстранили. Хорошо. Насколько закрыта эта информация? Комитет по здравоохранению видел эти документы или нет? Ну, план реформ. У нас есть два сразу представителя, Ольга Богомолец, Ирина Сысоенко, кто готов, ответьте. Значит, комитет по здравоохранению, когда у нас был еще предыдущий министр, который не был спроможний створити реформу, взяв на себе ініціативу. Ми провели парламентські слухання за підтримки всіх депутатів. Видана спеціальна книжка, яка є власне, у всіх управліннях охорони здоров'я, де прописано 25 кроків, які має зробити виконавча влада протягом наступних 3-5 років для того, щоб перейти на систему медичного страхування. Перший крок, який там прописаний, це адаптація європейських стандартів лікування. Як ми лікуємо? Якість. Наступний крок – це референтні ціни, порівняльні ціни, скільки коштує той чи інший препарат. Третій крок – це модель розрахунку собівартості лікування. Четвертий крок – це чітко обрахунок. У нас є стільки державі коштує лікування інфаркту, міокарда чи інсульту. Є така-то кількість пацієнтів в кожній області. Державі потрібно виділити таку-то кількість коштів. І тільки тоді, коли зроблені ці кроки, можна переходити до моделі солідарного медичного страхування, яке підтримує Комітет охорони здоров'я. Чому міністерство не виконує цих абсолютно простих логічних кроків, і там їх є ще 25? Мало того, вони узгоджені всією медичною спільнотою. Ми запрошували всі області, всі райони, які цю програму підтримали. Міністерству потрібно було тільки її виконати. А те, що пробується зробити зараз, на рівні, це псевдореформа. Знаєте, що хочу зазначити? От ні у кого не було думки, що реформу в поліції можна зробити без грошей. От на ті саму зарплату тих самих міліціонерів поставити, їх щось навчити, вони стануть іншими. Всі розуміли, що потрібні кошти. То саме, як зробити реформу в армії? Потрібні на це кошти. А на реформу системи охорони здоров'я коштів стає тільки менше, відповідно. Тобто без коштів, без інвестування, без зміни парадигми освіти, щоб змінилось, щоб лікарі навчилися лікувати інакше. Тобто ми купуємо, а зараз кота в мішку. Не зрозуміло, яку процедуру, яку якість. Понятно, Ольга, спасибо. Олександра, да, ви там підготовили якийсь документ уже. Я хочу нагадати, що в цій студії ми обговорювали якраз прийняття, дійсно, пані Ольга говорила, що вони разом з пацієнтськими організаціями відстоювали закупку ліків у міжнародних організацій. Пані Ольга не дасть брехати, що я була категорично проти, крім того, що я вимагала ще один розділ. Тільки ліків, які прописані по протоколу лікування. Що я отримала, чого я, Супрун, не сприймаю як державна людина? Перший приказ, який вона підписала, це 835-й. Цим приказом вона дозволила в Україні 95 препаратів проводить испытания на украинских гражданах. Притом, випробування за кордоном стоит одного аппарата где-то 50 тысяч долларов. У нас це робиться безкоштовно. Притом, из этих 95, 7 позиций, это как раз фирма, где работала она и теперь одна из ее замов. Parexel Ukraine, это иностранные компании. Так вот, второй вопрос, что я не могу принять как человек. То есть, знают ли наши граждане, что их испытывают? Второе. Есть закон о валютном регулировании, который предусматривает, если вы отправили деньги, вы должны в течение 90 дней получить продукцию, либо назад деньги. Это криминальная ответственность. Когда я ставлю питание, чему уже больше 9 месяцев, 9, не 3, 90 дней, нема, заплатили гроши, а нема ліків, відповіді нема. І голова Нацбанку підтримує цю людину. І тому я хочу сказати, найголовніше, не систему треба міняти, а дівчинок. Вопрос заключається. Спасибо, Ольга.
Вопрос заключается в чем? Сейчас... Наполеон сказал, только разумная людина учится на ошибках других, все остальные спасибо. На своих. Ольга, скажите, она действительно сейчас понимает, пациент, приходя к врачу, может столкнуться с ситуацией, когда на нем могут испытывать препарат? Я, к сожалению, не знаю, какой документ цитирует госпожа Бордели Александра, но я очень сильно сомневаюсь, что так есть. Я хотела бы еще добавить я назвала про... номер приказа. Мы почитаем номер приказа, но я думаю, что вы, как обычно, манипулируете фактами. Ну, по крайней мере, информация прозвучала интересно, мы не обязательно будем разбираться. Да, Ольга, можно, я просто добавлю для Ольги Вадимовны, я знаю, что Ольга Вадимовна, депутат, который нас слышит, мы посчитали действительно количество лекарств, закупленных в 2014 году Министерством здравоохранения и в 2015 году международными организациями. Мы готовы вам тоже предоставить все наши расчеты. Мы их вам давали на комитете Соболева и так далее. Так вот, просто если вы уже будете считать по количеству, вы увидите, что международные организации, я просто хочу, чтобы зрители это видели, закупили на 350% больше, например, вакцин. На 40% это не от больше препаратов и мальчик умер. По онкологии. А замминистра скрывается в Европе, который завез. Из-за таких, как вы, у нас антивакцинальная кома. Пожалуйста, да, кома, прекратите кома. Манипулировать фактами. Потому что это вы живете на грантах. На 120% больше лекарств от туберкулеза и так далее. То есть вы видите, ну вот для пациентов это конкретно улучшение жизни. Я хочу Можно я соглашусь? Одну маленькую ремарку я бы хотела Александра, давайте поменяемся. Я с удовольствием посижу на вашем месте. Я бы хотела согласиться с господином Тодоровым. Вот он очень правильно говорит, что Министерство здравоохранения не должно экономить деньги. Министерство здравоохранения наконец-то перестало быть министерством закупок. Теперь министерство не закупает лекарства. Это делают международные организации. Более того, мы знаем, что в 2017 году, сегодня уже поставлена часть лекарств по 2016 году. И по 2017 году уже начались закупки. Я можу погодитись з Олею в одній частині, що проблема з закупівлями була завжди. І проблема з виконанням міністерством своїх обов'язків, які дуже детально прописані і в законі, і в нормативних документах, теж була. Але, скажу чесно, останні два роки ця ситуація почала погіршуватись, а зараз вона взагалі в колапсі. Те, що ви називаєте, коли проведені? Закупівлі сьогодні зроблені за 2015 рік, за 2016 рік, а вже 2017. Тільки розпочалися, а за 2017 навіть ще ніхто не думав, що робити. Але ми говоримо тільки про закупівлі, це сама проста функція міністерства – здійснити тендерну процедуру і купити по найменших цінах найкращу продукцію і забезпечити доставку її в лікарню. А ось тут я добавлю о ціні такої задержки. Коли виступали ви, кажеться, Ольга, у нас на стіні були страшні цифри висіли. 500 тисяч чоловік, полмільйона. Столько в год умирає тільки від сердечно-сосудистих заболівань. Далі, якщо ми говоримо про реформу, то фактично по реформі. Возможно, в цій цифрі страшній є часть із тих, хто просто не дождався. Очевидно. А якщо ми говоримо про реформу і про кожен із її напрямків, я говорю, в цьому році закінчила, а вірніше, в 2016 році закінчилась національна програма на виконання Конвенції ООН про права дитини. Да. Відповідно до якої, до цього закону, здійснюються закупівлі на лікування онкохворих дітей, дітей з рідкісними захворюваннями, щеплення дітей. Програми немає. Відповідно, як буде діяти міністерство в 2017 році? Все, нема що виконувати. Не забезпечили навіть продовження програми. Це означає, що кожна дитина з онкологією, з рідкісною хворобою, кожна дитина, яка народжується, попадає під серйозний ризик взагалі не вижити. Це раз. Наступна. У нас іде велика програма децентралізації. Говоримо децентралізацію. Я запитую, чи є чітке розуміння, як медична субвенція сьогодні доходить в об'єднану територіальну громаду, яких ми натворили? Немає. Таким чином сьогодні послуга медична віддаляється від пацієнта. Це сама найбільша проблема, в яку сьогодні попадають об'єднані територіальні громади. Наступне. Ще один, просто один факт. У нас третій рік іде війна. У нас 600 тисяч дітей стали жертвами збройного конфлікту, постраждали від війни. Рік тому назад
Верховна Рада ухвалила закон щодо надання статусу і допомоги кожної дитині. Комусь треба фізична допомога, лікування, комусь треба психологічна допомога. Рішення до сьогоднішнього дня Кабінету міністрів нема. А проєкт постанови, який внесли, він взагалі спотворює саму систему допомоги дитини. Навпаки, сьогодні Кабінет міністрів робить дитину війни, дитину винною в тому, що вона постраждала від війни. Оце жах. І коли ви говорите, в чому проблема? Та проблема в тому, що для того, щоб робити реформу, треба розуміти те, що ти реформуєш. А у нас третій міністр поспіль взагалі не знає, що таке система охорони здоров'я в Україні. І тому і оцей грузин, господи, не пам'ятаю прізвище, і Супрун дозволяють собі принижувати кожного українського лікаря. Тому Юрій, спасибо. За рахунок медичної субвенції приводиться до ладу. І такого ніколи не було стану в цій громаді і в багатьох інших. Бо це є ефективна реформа. Ви розповідаєте те, про що навіть не знаєте. Включили на 15 минут. Юрий до отключения микрофона заговорил о ситуации в АТО. Тарас Константинчук с нами, глава объединения участников АТО «Справедливость». Скажите, а как обстоит дело с финансированием реабилитации раненых в зоне АТО? Хватает ли денег, хватает ли медикаментов? Дивіться, в зоне АТО там, ну, там є кілька пунктів, які шокуючі, можна сказати, по Міністерству оборони, але не пов'язані з охороною здоров'я. Тому що, наприклад, за 2016 рік не було сформовано жодної медичної аптечки для військовослужбовців, які знаходяться на передовій, на фронті. Чому питання? Там був наказ по Міністерству вилучити засіб з усіх аптечок, які знаходяться у бійців, там кровозупиняючий засіб, і тільки після того, як ми підняли шум, через засоби масової інформації, що за неподобство і так далі. Цей наказ було скасовано. І не забув. Реанімобілі, їх до цих пір немає. Сказали, що закуплять 60 реанімобілів, які будуть вивозити поранених, тому що це терміново треба робити з лінії розмежування. Не закупили жодного. До цих пір вивозять волонтери, вивозяться на автомобілях, які ми, бувші атошники, ветерани, даємо людям туди на передову і так далі. Все продовжується, як в 2014 році. Це така коротка ремарка про те, що дійсно робиться зараз на Міністерством охорони здоров'я з Міністерством оборони на лінії розмовлення, на фронті, там, де у нас іде війна. Я навіть не знаю, після сказаного, уместно ли спрашувати, а як обстоїть діло з реабілітацією? І реабілітація. Перестали добровольців, людей, які воювали в 2014 році, зараз перестали брати на реабілітацію у військові шпиталі. Кажуть, ідіть за свій рахунок і реабілітуйтесь, де ви хочете. Це люди, які потребують, тому що там люди, які не потребують, вони ніколи в житті не підуть. Але ті, які дійсно потребують, ідуть в шпиталі, щоб отримати безкоштовну реабілітацію, їм не надають. Кажуть, ідіть за свої гроші. І ще одна ремарка, от я завжди слухаю з задоволенням в лапках от те, що відбувається в студії, і уявляю собі нашу державну так систему. Зараз систему охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я. Треба просто приставити туди людину з пістолетом, це я не жартую, в Міністерство оборони, яка б контролювала все, що робиться сволота в цьому міністерстві. Я конкретних осіб, але у мене таке враження, що дійсно там не безкарність, те, що у нас корупція і безкарність провокують людей на дії, які ми зараз обговорюємо, на те, що не закуповується, з затримкою закуповується, і пацієнт в цій країні, українець нормальний, в останню чергу. Ірина Сисоєнко, парламентський комітет по вопросам здравоохранення. Віка Пташник, ви приготуйтеся. Тільки що звучали дві ключові фрази. Перше, реабілітація. У нас в Україні немає взагалі системи реабілітації. Я є ініціатором законопроекту, який вже рік лежить в парламенті,
4458 про попередження інвалідності та комплексну систему реабілітації. Він не лежить в парламенті. Тільки що звучало також визначення «медична послуга». Що таке медична послуга? Це в першу чергу внесення в закон України визначення медичної послуги. Це так само той законопроект, який лежить в профільному комітеті і не приймається, і не виноситься в парламент. І я вважаю, що ми без кінця будемо постійно говорити про те, що один міністр охорони здоров'я не такий, інший не такий, постійно будуть відбуватися конфлікти з такими провідними лікарями нашої держави, тому що держава не створила належних умов для їх роботи. І чия це відповідальність? Я вважаю, що основна відповідальність за відсутність реформи в Україні, в охорони здоров'я – це відсутність нових законів. Не буде реформи, поки парламент не прийме комплексні системні рішення, які направлені на зміну системи фінансування охорони здоров'я, поки ми не будемо фінансувати медичну послугу, як це має бути визначено в законі. І це буде постійно відбуватись такі конфлікти. І ми ніколи не знайдемо того міністра, поки не сформуємо йому умови для його роботи. І це має зробити парламентський комітет. Вікторія Пташі. Я коротко відреагую. Я просто згадала, Ірина, здається, перший заступник голови комітету профільного. Тому, для мене дивно, коли ви говорите про те, що щось в комітеті лежить, важливо, що не приймається. Воно заблоковано членами комітету, всі ці законопроекти. Ви маєте в комітеті це вирішувати. Але я хотіла би повернутися до питання міжнародних закупівель і взагалі закупівель. Ви знаєте, що система закупівель завжди була найкорумпованішою системою в Україні. А коли мова йшла про лікарські засоби чи там вироби медичного призначення, то, як правило, ніякої конкуренції на цих закупівлях не відбувалося. Як правило, тендерні пропозиції нашими шановними замовниками формувалися під конкретні компанії. І ми отримували таку ситуацію, що у нас начебто таке псевдозмагання на закупівлях влаштовували компанії, де брат володів однією компанією, а сестра володіла іншою компанією. І така система буде і продовжуватися, якщо зараз ці закупівлі повернуться в наші шановні державні установи, наші шановні інституції, до яких жодної довіри немає. Тому я вважаю, що та система, яку ми запровадили в парламенті і передали це на міжнародні закупівлі, ми маємо зараз її відстоювати, ми маємо формувати плани закупівель дійсно раніше, тому що це очевидна прогалина міністерства, коли плани на закупівлі формуються там в кінці року, і ми маємо це переформувати. Але заради справедливості треба сказати, що дійсно така ситуація була у нас і в 16-му, і в 15-му, і в 14-му році. І треба тут підходити системно. Але коли у нас, наприклад, Служба безпеки України порушує справи по закупівлям 2012-2014 року, здається, тоді Богатирьова, да, очолювала профільне міністерство, і говорить про те, що закупівлі відбувалися тоді на 40% ціни були дорожчі, ніж зараз, я думаю, це показник, тому що якщо міністерство буде закуповувати на 40% дорожче, то пацієнти отримують, очевидно, набагато менше лікарських засобів, набагато менше виробів медичного призначення. Тому я за прозорість закупівель. І, на жаль, оскільки довіри до сьогоднішніх інституцій немає, не можна зараз ці закупівлі переводити чи в Міністерство охорони здоров'я, чи в державні установи, тому що просто будуть відбуватися ті маніпуляції, які відбувалися, і конкуренції не буде. Валерій Калнич, я хочу услышать мнение экспертов со стороны, что они больше видят в этом скандале. Непрофессионализм министерства или политики? Я, наверное, самый далекий здесь человек от медицины. Поэтому я предлагаю вот что, там то, что называется политическое решение. Я предлагаю вообще забыть слово реформа. Вообще забыть. Пришло время наводить порядок, и надо признать, что те планы, которые мы строили, глобальные, поменять сразу систему во всех министерствах, эта программа провалилась. К большому сожалению, всем нам, буду говорить о себе, не хватило прежде всего интеллектуальных и волевых усилий для этого дела. Мы не смогли изменить всю страну, давайте попытаемся изменить что-то, то, в чем мы понимаем. Пусть господин Тадуров лечит и занимается операциями на сердце, пусть госпожа Богомолец пишет законы. Здесь нам надо просто прийти к консенсусу от того, что мы доверяем друг другу, тем людям, которые являются профессионалами в своем деле. Понимаете, закупки лекарств, которые мы обсуждаем уже час, они на самом деле, как мне кажется, это все-таки
простая процедура. Ты находишь того, кто продает дешевле, покупаешь у него за счет государственных средств. Та коррупция, которая проела практически все, любую пачку, наверное, лекарств, вот с этим, наверное, надо бороться. Вот так. Я согласен, что не только закупки и цены на лекарства нужно обсуждать. Еще раз повторюсь, ведь реформа – это далеко не только найти препараты подешевле. Конечно. Но согласитесь, мы должны сегодня, наверное, обсуждать и то, сколько государство тратит денег в сутки на лечение одного больного. Сколько получает врач на сегодняшний день. Сколько врачей эмигрировало из Украины за последний год. Ведь я думаю, что эти цифры удивят и испугают многих. Кто будет лечить? Останутся ли люди, которые смогут нас лечить через несколько лет в Украине? Тарас Загородній, твоє видіння проблеми. А саме головне результат любої дії – це наскільки років України стало жити довше. Мікрофон Юрію Павленко. Наскільки зросла тривалість життя. Ось результат роботи. Тарас Загородній. Наскільки зменшилась дитяча смертність і смертність взагалі в Україні. Ось основний результат реформи. Я не погоджуюсь з тим питанням, що корупція, як тільки передали міжнародним організаціям, зникла. У мене таке просте питання. Якщо немає корупції там, якщо немає, чому контракти закриті, шановні? Чому не через Прозоро продається там? Чому ми не знаємо, які конкурентні ціни видавалися? Чому у нас, наприклад, я читав, уважно дуже прочитав інтерв'ю Уляни Супрун, вона не сказала, коли вода буде продаватися через Прозоро. Вибачте, будь ласка, якщо не продається по закритих контрактах, значить, як крали, так і крадуть. Вибачте, будь ласка. Через наших дистриб'ютерів. Так, по-друге, ми повинні розуміти, що громадських організаціях, які працюють на гранти, це не є громадськими організаціями, це є лобістами фармкомпаній, які працюють на закордонні компанії. На РБК нещодавно вийшла схема, як працює в дійсності ці знижки. Тобто фактично заходять якісь монополісти, які вимагають, давайте ви скасовуєте реєстрацію більш дешевих ліків, а ми давимо вам знижку, невідомо наскільки. Тобто йде монополізація ринку, в тому числі під прикриттям грантових організацій, які зараз не говорять, чому? Якщо раніше хоча б публікувалися які тендери, звідки можна було побачити брат, сестра і так далі. Так а зараз ми не знаємо, а є там брат чи сестра? Не знаємо. Чому контракти, Супрун не відкриває? Вибачте, будь ласка, у мене дуже велике питання. У пана Бориса, як у лікуючої влади, дуже втягнуще питання. Скажіть, будь ласка, а хто несе відповідальність? От привезли, як сказали, привезли двох немовлят, які зараз помруть. Хто за це несе відповідальність? Тому що повісять відповідальність на Тодурова, вибачте, будь ласка. Далі. Реформи не відбуваються. Чому? Тому що у нас немає питання, коли ми переходимо на страхову медицину. Поки тіньові гроші, поки не будемо розуміти, як це фінансується, як тіньові гроші виходять на цінь, на світло, нічого не відбуватися. Всі ці косметичні зміни, там десь ми купили дешевше і так далі. При закритих контрактах це маячня, тому що це можна говорити, а я можу сказати, що ви вкрали 2 мільярди. Дякую, Тарас, ну понятно. Сергій Каплін і Юрій Лещенко ще не виступали в цьому часі. Сергій. Олексій, більше ніколи не буду перебивати. Потому что я так и не дождался бы своего... Не, не будете? Не буду, да. Тогда я не могу вам гарантировать, что я не буду отключать микрофон. Хорошо. Вы же знаете. Я думаю, наши сограждане, наши избиратели должны знать правду. И правда, это очень простая. Очень все просто. Власти наплевать на ваше здоровье. Это факт. Аргументы тоже очень простые. Я расскажу одну историю, очень коротко. Приходит человек с акцентом, это модно сегодня, брать людей с акцентом во власть, министры. Наверное, единственный критерий, который проходной. Назначаться на должность министра охраны здоровья на фракцию БПП. Ему задают вопрос: Квиташвили, скажи, у тебя есть план? Он говорит: я не успел, я только прилетел. Представьте себе, вы можете прилететь в какую-нибудь страну мира, устроиться на работу министром, отвечать за здоровье 40 миллионов людей, спустившись с трапа просто, тебе гарантируют, просто потому что ты другой национальности, говоришь с акцентом, у тебя есть какой-то там опыт в стране в 6-10 раз меньше, чем наша, стать министром. Раз. Первое. Ваша судьба, знаете какая? Как Гордиенко Николая. Он в свое время вышел, заявил о коррупции в стране,
о том, что Яценюк обокрал государство на 10-15, позже 40 миллиардов гривен, при этом при всем его выгнали с работы, зацкувалы, как говорят у нас. Сегодня он во всех судах добивается справедливости, он забыт. И лишь несколько горстка народных депутатов его защищают. Третья, вам на язык, говорит Александр. Третья важная составляющая. Скажите, пожалуйста, а какая реформа у этой власти, у этих коалиций вообще получилась? Сергей, хоть давайте назовите. Вот конкретно о реформе здравоохранения. И какая реформа, и наплевать ли власти на здоровье можно нашего населения. Одно предложение. Я хочу просто сейчас спросить, последнюю попытку дайте мне сделать. Мы хотим связаться все-таки с Ульяной Супрун, хотя бы по телефону. Я просил наших редакторов учесть такое мое пожелание в конце, ближе к концу программы. И, возможно, нам удастся задать хотя бы один вопрос. Я успею быстро это сделать по телефону. Наберите, пожалуйста, госпожу, исполняющую обязанности министра здравоохранения. И дайте нам, дайте нам все это в прямой эфир, вот начиная прямо с гудков вызова. Мы набираем сейчас Ульяну Супрун. Но действительно, было бы правильно услышать от госпожи министра. Да, мы всю неделю звали ее заместителей в эфир, да, хотя бы хоть какого-нибудь функционера из Министерства здравоохранения, но почему-то нас игнорировали всю эту неделю. Министерство все знает, они себя, вот команда Ульяны Супрун со своими вот замами, которые в разных компаниях импортных работали совершенно, называют себя группой боевых пингвинов. Группа боевых пингвинов? Да. Я не увлечен мультипликационным фильмом, я не знаю, не могу провести параллели. Юрий, пока я даю вам слово, пока мы дозваниваемся, госпожа. Да, да. Дивіться, я Есть микрофон у Юрія Ланочка, спасибо. У Юрія є. Не будемо робити Dolby Surround, ладно. По-перше, я хотів би звернути увагу, от Олексій, ви запитали таке питання, на яке, здається, вам ніхто не відповів. А чому така розбіжність є між однією частиною суспільства, іншою частиною суспільства в коментуванні цієї проблеми? Я думаю, знаєте, для того, щоб така розбіжність зникла, бо була зменшена, принаймні, було б дуже доцільно все ж таки ухвалити один дуже, на мою думку, правильний законопроект, який був поданий восени минулого року, але потім який заклювали, закричали. А законопроект полягав в тому, щоб різноманітні організації, громадські активісти, які отримують гранти, так само би подавали би електронні декларації, як і будь-які інші люди в публічному просторі. Я думаю, що якщо б цей законопроект був все ж таки прийнятий, з певними змінами, і якщо б суспільство бачило надходження тих чи інших громадських організацій, я думаю, що оця розбіжність суспільства щодо оцінки слів тих людей би значно зменшилася. Давайте, може, все ж таки... Продовжуйте, це фон, це пішли... Олексій, складно продовжуйте. Вот, сбился, что-то мне подсказывает, что в министерстве смотрят сейчас эту программу. Но попытайтесь еще раз набрать, возможно, мы услышим не гудки занято. Борис, вы начинали этот час, вам его, наверное, заканчивать. Как вы видите развитие этого конфликта? Чем все закончится? Кому-то ведь все равно придется уступить в этой ситуации. Этот вопрос я, кстати, задам и госпоже Ульяне Супрун, если мы дозвонимся до нее. Мы специалисты, готовы к диалогу. Мы готовы. Мы готовы весь свой опыт многолетний и всю нашу практическую деятельность положить на алтарь сегодня этих реформ. Нас не приглашают. Поэтому наша рука осталась зависшей в воздухе, не пожатая, и вот она так и висит. Мы готовы включиться в этот процесс, хоть завтра. Я считаю, что... Хороший здесь вопрос, извините, перебью. А сколько еще готовы ждать пациенты этого диалога? Вы это можете ждать? К сожалению... Вот, грубо говоря, в Украине лекарств, в регионах у вас насколько осталось? Пустые полки. Во всех институтах сегодня по кардиохирургии пустые полки. Во всех 23 областях и в столичных клиниках. А чому ви нам оперативно не передати це в Мінфін в Прозоро? От у нас є Лідаков Нефьодов. Яка він бере і робить ці закупівлі, а Мінздрав тільки формує перелік те, що їм треба. І розділимо замовника і той, хто буде закуповувати. Тому що завдання було... Коли ми приймали закон про міжнародні закупівлі, ми приймали його тимчасово. Для того, щоб уряд міг створити окрему закупівельну агенцію, яка буде це робити сама в Україні. Понимаете, проблем сейчас в здравоохранении очень много, не только в сфере закупок. Кричат сотрудники
и руководство ведущих клиник, институтов с мировым именем по всей Амосова Украине. Институт. Институт Амосова, Институт Шалимова, физиотерапевтический наш институт, институт физиатрии, извините. Им просто урезали финансирование. Мы сейчас не будем это обсуждать. Я хочу зрителям сказать, что эта проблема очень острая, она тоже назрела. И люди просто вынуждены сокращать до 60% своего персонала. Кто будет вас лечить, нас лечить? Мы пытались разобраться, обсудим это уже в подробностях недели, в воскресенье в 20:00. По поводу собравшихся здесь, я хочу сказать политикам, что вы много обвинений проронили в ходе первого часа нашей дискуссии. Мне кажется, что пора персонифицировать все эти обвинения. Пора вам уже понимать, что во многих этих проблемах виноваты вы, господа народные депутаты. В чем, как и почему, и сможете ли решить, поговорим об этом уже во втором часе. Добрый вечер, это «Черное зеркало», мы продолжаем. Дефицит кадров. Кажется, на этой неделе его остро начала чувствовать правящая коалиция. Из ее рядов на этой неделе вышел еще один народный депутат. Юрий Бублик, который сразу породил массу шуток по поводу того, какую дырку он после себя оставил. Другие шутят по-другому, говорят, что коалиция начала таять, не дождавшись даже мартовского солнца. Так это или не так, давайте разберемся. Алексей Гончаренко, вы сетовали во время рекламной паузы на отключенный микрофон. Я возвращаю вам голос в эфире. Ура. Там же первый вопрос. Коалиция сама хоть сейчас примерно представляет, сколько депутатов она насчитывает? Коалиция сильна как никогда. Я правильно понимаю, что Сергей Мищенко, который вышел первым, по-моему, до Нового года, да, еще? И да. Юрий Бублик, они вас сильно ослабляли. Нет, ну что вы, они были прекрасно. Обладали слабительным эффектом. Нет, они были прекрасно, когда они были с нами, но теперь они вышли, и без них мы тоже себя прекрасно чувствуем. Алексей, хорошо. Для тех, кто... Вы скажите лучше, что для не тех, вошли не помнит весной свои... всего лишь. Для тех, кто не помнит вошли, свои заявления менее чем годичной давности, напоминаю. Весной, как правильно говорит Владимир, вы за Юрия, Сергея Мищенко записали 226-м членом коалиции. Сейчас минус 2. 224 осталось. Знаете, я думаю, этот вопрос надо адресовать Андрею Порубию со списками и прочим. Я с ними не хожу. Я могу ответить вам политически. Я не юрист. Политически коалиция есть и голосует. У нас принят бюджет с большим запасом голосов. У нас принимаются законы. Парламент работает. Значит, есть в парламенте большинство, оно функционирует. Что касается того, что кто-то вышел, значит, заходили к нам люди в надежде, может быть, на какие-то преференции. Заходили совсем недавно. Этих преференций не получили. Если они их ожидали, то зря. Их нет. Поэтому они были и вышли. Вот и все. И от этого ничего страшного не произошло. Алексей, я еще раз напоминаю. Эти люди, даже если заходили, то были 225-м и 226-м членом коалиции, списки которой вы, и в том числе и вы тоже лично, обещаете нам показать уже почти скоро. Я лично ничего не обещал. Но так мы их и не видели. Хорошо. А вот смотрите, почему Юрий Томиенко требует, опрелюднения этих списков через суд? Николай Томиенко. Николай Томиенко пытается получить эти списки, увидеть хотя бы... Эти списки должна видеть вся общественность. Смотрите, я отвечу... Эти списки должен видеть любой учитель от Закарпатья до Житомирской области. Я хочу ответить на ваш вопрос. Вы задали вопрос, как же он был 226-225. Смотрите, у нас ушел Борис Тодуров, но у нас-то не стало меньше. Это что, волшебство? Нет, у нас пришла Ирина Суслова. И вот нас стало столько было, столько осталось. Это называется, Алексей, вы прекрасно понимаете, существование большинства де-факто, которые голосуют за нужные законопроекты. Де-юре коалиция на сегодняшний день... Ирина пришла к нам. Алексей, де-юре коалиция на сегодняшний день существует? Де-факто коалиция на сегодняшний день существует. А де-юре? А де-юре надо задавать вопрос юристам. Я не юрист. Это же де-юре. Алексей, я хочу просто сейчас уточнить. Можете не отвечать. Вы сейчас понимаете, что вы в некотором роде глумитесь над своим избирателем? Нет, неправда. Коалиция — это то, что работает. У нас есть коалиция, она принимает списки, законы. Списки коалиции. А Андрей Порубий, вот он на экранах. Задайте ему член коалиции, вы подписывали? Я уже вам отвечал, я даже немного ее мозг. Вы ставили подпись под коалиционным соглашением? Да, обязательно. А Сергей Мищенко говорил, что не ставил.
неделю назад, сидя... Не ответить за Сергея Мищенко? Давайте, если вы хотите про математику... Нет, ладно, вы задаете вопрос, хотите серьезно про математику? Я хочу за закон поговорить. Отвечаю вам про математику. Открываем сегодня списки фракции БПП и Народный фронт. По-моему, вместе 223. Добавляем Порубий и Геращенко. Мы понимаем, что они, хотя де юре, они внефракционные, но де-факто они члены коалиции. Дальше. Гопко, которая исключила самопомощь, из коалиции выходила? Не выходила. И я могу продолжать этот список. Таким образом, у нас есть больше, чем 226. Но почему тогда самая, чуть ли не самая главная тайна страны на сегодняшний день, это список участников коалиции? Это чтобы интригу создать. Да интригуетесь. Вы можете доінтригуватися, Юрій Лещенко. Я дякую, все ж таки, бо я так хотів відповісти на це питання. Насправді питання дуже просте. Для того, щоб отримати на нього відповідь, треба зайти на інтернет-сторінку Верховної Ради України, так? На якій написано чисельність кожної фракції. От написано, от я відкрив зараз, дивлюся, фракція БПП 142 депутата, фракція Народний фронт 81 депутат. Відповідно, коаліція де-юре сьогодні не існує, тому що разом ці дві фракції мають 223 депутата. Згідно Конституції... Спасибо, що напомнили, що коаліція формірується іменно фракціями. Згідно Конституції, у нас... Згідно Конституції... А дотягується вже ким угодно, так? Ні, не формується. Згідно Конституції у нас коаліція депутатських фракцій. І вже були купа роз'яснені, практика, до речі, є, що як тільки зменшується кисельність відповідної фракції, це коаліція де-юре вважається неіснуючою. Але чи є вона де-факто? Так, на превеликий жаль, де-факто у нас сьогодні коаліція є у складі БПП, Народного фронту і партії регіонів. І наслідком того є, що купа антинародних законопроєктів... Партія регіонів існує. Це ОПО-блок, це Відродження, це Воля народу. Де-факто вони всі... Ви обережно, то ви там фігуруєте в амбарній книзі. Де-факто вони всі... Де-факто вони всі в коаліції, тому що по найбільш одіознішим питанням вони всі додають... Юрія, можете підтвердити слухи, які зараз... поступають нам із кулуарів, о тому, що коаліцію в ближайше час може покинути ще около десятка чоловік. Чесно кажучи, я не можу це підтвердити. Нічого, думаю, що ці слухи не відповідають дійсності. Але і немає. Олексій, ще раз. Де-юре коаліції, де-юре немає. Тобто з цих фракцій може вийти хоч ще 50 людей, але якщо Петро Олексійович Порошенко не має політичної волі підписати указ про розпуск парламенту, то немає різниці, чи вийде 10, чи 50, чи 60, чи то. Тому що знов наголошую на тому, що всі найбільш одіозні закони приймаються спокійно голосами не тільки БПП і Народного фронту, а й партії регіонів. І от ми говорили в минулому буквально 10 секунд, бо я тоді не міг закінчити, ми говорили про охорону здоров'я. І дуже ж питання, знаєте, чому я хочу зараз робити паралель? Дуже ж питання не тільки в, і навіть не стільки, на мою думку, в особисто пані Супрун. Тому що якщо б це було тільки рішення пані Супрун. А тепер давайте подивимося на той бюджет, який, зокрема, прийняла оця коаліція. Та? От один хочу просто показовий приклад, на мою думку, в контексті нашої сьогоднішньої дискусії. Для Коломойського однією поправкою зменшили податки на 1 700 000 000 гривень, так? То є через зменшення ренту на нафту. На 1 700 000 000 гривень зменшили доходи бюджету по одній поправці. Але одночасно, наприклад, для Національної академії медичних наук, в якій, наприклад, є такий інститут, як нейрохірургія, який за останні два роки пропорував більше, ніж 600 наших героїв з війни московсько-української, так? Для них, для Національної академії медичних наук, зменшили фінансування на 200 мільйонів гривень, мотивуючи тим, що нібито немає грошей в бюджеті. То вибачте, будь ласка, якщо ви кажете, що немає грошей в бюджеті, для чого ж ви зменшуєте доходи однією поправкою на 1 700 000 000 гривень? І оце зробила якраз оця антинародна коаліція. Розумієте? Тому на превеликий жаль. Так. Де-юре її немає, де-факто, на жаль, вона є. І, на жаль, ми бачимо, що така де-факто антинародна коаліція цілком влаштовує так званого гаранта Конституції, який відмовляється підписувати указ про розпуск парламенту. Якби, в принципі, він по логіці мав би розбити. Чого мав? В Конституції сказано, має право. Ні, він має право. Не перекручуйте. Я не сказав, що він зобов'язаний. Я сказав, що логічно в парламентській президентській республіці, якщо вже рік майже немає де-юре коаліції, логічно, що президент має розпустити цей парламент, тому що це означає, що сьогоднішня більшість в Верховній Раді не має реальної підтримки в суспільстві, вона не репрезентативна. І тому нормальний президент мав би розпустити такий парламент. Так, для вас викликає логічний вопрос. Як довго ще може продовжатися ця ситуація? І країною буде управляти коаліція, яка... Ну, Юрій, ви правий, согласно соціологічним опросам, не має зараз більшинства поддержки. Але всі соціологічні опитування показують, що більше людей проти виборів, чим за.
Останні соціологічні опитування. 70% за перевибори. Неправда, 40-45. Різні опитування різні. Приблизно половина на половину. Ну, вже стало більше. Половина на половину. Ну, різні опитування дають різні. Юрій, созріло, стало більше. Сергій Каплін. На минуточку, пожалуйста. Трудно быть в такой компании приличным. Но вы стараетесь, да, молодец. Я стараюсь, видите уже. Ставлю вам лайк. Никогда стабильной коалиции, которая бы переживала весь парламент, все там несколько лет, не было. Никогда. Не, при Януковиче было. Ни при Януковиче, ни при Тимошенко, ни при Ющенко, ни при ком. Не было такого политика в стране, который мог бы консолидировать вот так парламент, провести реформы, сформировать новый курс, его реализовать. Не было, но будет. Каплин. Да, Каплин. Вторая важная составляющая. Мы сегодня говорили о медицине. Природа проблем в медицине, в отсутствии реформ в полиции, как раз заключается в том, что мы не имеем сегодня коалиции, не имеем адекватного коалиционного соглашения, а то, которое мы имеем, не выполняется. Это вторая составляющая. Третья, я хотел бы заявить, к сожалению, сегодня нет, не существует механизма, а регламента коалиции, вернее, все нормы, которые регулируют работу коалиции, выписаны таким образом, что ею можно крутить как угодно. Поэтому, дорогие друзья, забудьте о дискуссии, которая может привести к тому, что, опираясь на формальные нормы, их невыполнение, президент когда-либо совершит акт роспуска парламента, пока для этого не будет политических предпосылок. И последнее. Единственная сила, которая может спасти сегодня страну. Каплин. Единственная сила, не поясничай, пожалуйста, которая сегодня может вернуть людям нормальное здравоохранение, нормальную полицию, то есть выполнить те нормы в Конституции, которые есть первоочередными, это украинский народ. Это эти молодые ребята, которые сейчас здесь. Это пенсионеры, которые слушают сейчас и просто сходят с ума от того, как мы легкомысленно относимся к этому вызову. Это рабочие, это крестьяне. И это обязательно произойдет. Играться, шутить, поясничать, устраивать клоунаду, когда люди гибнут от того, что не имеют лекарств и живут на 1000 гривен, непозволительно. Поэтому, дорогие друзья, вопрос очень серьезный. Он очень системный. И он привел к тому, что сегодня уже не реформы нужны, а сегодня нужно спасать страну. Нужно назначать перевыборы, и мы от этого не уйдем. Нужно приводить новые молодые силы в парламент. Нужно сегодня наводить порядок. Я еще раз повторю, я в прошлый раз говорил, за полгода это можно сделать. Но нужен будет народный трибунал и судить всех, кто 25 лет разрушал страну. Нужно будет вместе нам всем с вами, Сергей, ребята, ну, придется, которые здесь, студенты, присутствующие, пенсионеры, рабочие, крестьяне, формировать новый курс для страны и динамично вместе с новой коалицией, которая будет в диалоге с народом, буквально за считанные месяцы, за считанные годы превращать страну в европейскую, сильную, мощную, которая займет свое место в Европе. И это место будет лидерское. Наши телезрители, которые слушают сейчас наши споры, могут отвечать на нашем сайте подробности.ua на вопрос, который звучит так. Что Украине обойдется дешевле? Два варианта мы им предложили для ответа. Сохранение Рады или переизбрание Рады? Голосуйте, пожалуйста, а итоги мы подведем ближе к концу программы. Ирина Суслова, вам слово. Что вам известно, кстати, о той десятке перебежчиков, которые вострят лыжи из коалиции? Ну, насправді, я вперше почула цей заяв Бублика. Я гадаю, що якщо б такі заяви десь були і їх не зачитував би голова Верховної Ради, то вони були б опубліковані публічно. Відповідно, оскільки ми їх не побачили публічно, я гадаю, що це, ну, можливо, якісь домисли або місто. Ви согласні, що коаліція сьогодні сильна, як ніколи? Я хочу сказати про наступне. Мені здається, ми обговорюємо тут не те. У нас не криза коаліції, у нас криза відвідувань депутатами зали засідань. І неважливо, ти в опозиції, чи ти в коаліції, в якій ти фракції, ти зобов'язаний не ходити на роботу. Як ті люди ходять на роботу, про яких щойно говорив Сергій. Так, працівники підприємств, заводів, вчителі, медики, вони всі кожен ранок прокидаються, йдуть на роботу і вечором повертаються додому. Тут присутні тільки ті депутати, насправді, які майже кожне засідання є в парламенті. І це правильно, з однієї сторони. З іншої сторони, ми розуміємо, що не тільки коаліцію мають прийматися і ухвалюватися, обговорюватися законопроекти в парламенті. Така сама відповідальність лежить і на інших фракціях.
фракції, які не входять до складу коаліції. Але, на жаль, ми бачимо, що дуже часто ті фракції, які не входять до складу коаліції, мають досить низьку явку. І взагалі питання відвідуваності треба піднімати. І тут постає питання, які ж санкції треба застосовувати щодо тих людей, які постійно не відвідують або там регулярно не відвідують засідання. Да? Почали там народжуватися ідеї застосування там фінансових санкцій, але зрозуміло, що не ходять ті, для яких зарплата, для яких зарплата ну, фактично не має такого великого значення. І тут ми зараз якраз з колегами обговорюємо певні ідеї. Одна з ідей – це громадські роботи. Чому депутат не може виконувати громадські роботи, як це роблять ті люди, які голосують за нас, депутатів? Або чому депутат чому ми не маємо права депутата за три? Ні, вам самому ця ідея утопічна, не кажеться? Ні, не здається. Ви вірите, що хтось з депутатів пошлет кого-то із тих же депутатів подмітати вулицю на Троєщині? Виключення з комітетів. Слухайте, ми маємо... Олексій, ми маємо шукати дієві механізми. Якщо ми розуміємо, що фінансово ми не можемо стримати і зобов'язати депутатів ходити на роботу, то потрібно шукати такі механізми, які публічно будуть їх принижувати. А по-іншому ніяк. Я вважаю, що необхідно починати боротися з цим, а не говорити про... І так можна вирішити проблему мусора во Львові. Відправляти депутата, де мусор збирати. Хороша ідея. Его там проблема не в том, что собирать некому, его деть потом некуда. Вы, возможно, забыли. Ничего, там есть отдельные фракции и мэры, которые его могут украсть. Борислав, я жду, когда закончится. Вы опоздали, теперь еще и выступать. Нет, я просто жду, когда закончит капля. Дело в том, что я поддержу одних, не поддержу других и поправлю третьих. Я объясню, почему. Де юре действительно коалиции нет. Де-факто голоса в парламенте набираются, шатка, валка. Кого-то уговаривают, кому-то удовлетворяют хотелки, кого-то по партийному принципу обязывают голосовать. Долго ли так продлится? В ближайшее время покажет. В ближайшее время в парламент зайдут много законов, часть которых достаточно резонансных, и которые покажут, кого можно заставить голосовать, кто будет голосовать, а кто не будет голосовать никогда. Поэтому, да, действительно, парламенту нужна перезагрузка. Но давайте поговорим еще о такой вещи. А кто придет в парламент? Все опросы показывают, что практически те же люди, только в несколько других пропорциях. А это говорит только об одном, что, наверное, люди хотят перемен, не видя их от этого парламента, но они очередной раз изберут практически такой же суповой набор. Ну, большая часть такой не зайдет, Борислав. Давайте вспомним Алексей, последние соцопросы. Часть же. Коалиции, согласно соцопросам, Народный фронт, полпроцента. Все, да, они вылетают. Под другими названиями. Под другими названиями. Политическая мимикрия – это очень популярное явление нашей политики. Давайте мы поговорим о том, что часть этих народных депутатов, которые раньше были в Батьковщине, в Ударе и так далее, рассосутся по другим партиям. И зайдут как БПП. Все. Поэтому не надо рассказывать. Увидим новые лица, старые лица. Все увидим. Второе. Я бы хотел, чтобы не манипулировали. Вот я очередной раз слышу, аж режет ухо. Депутаты не ходят на работу и все. Послушайте, депутат, находясь в сессионном зале, зачастую, вот я говорю, всем обращаюсь, и телезрителям тоже, имитирует работу. 90% сидящих в сессионном зале нажимают кнопку, не зная, за что голосуют. Я развлекаюсь, стримлю специально на Facebook, все это могут наблюдать, когда я стримлю, за что голосуют? За закон. Какой? Хороший. Вот вам смешно, а мне нет. Следующее. Я хочу обратить внимание еще на одну вещь. Она так, ну, для меня она достаточно важная. Работа идет не только в сессионном зале. Да. Работа идет в комитетах, на с избирателями, на участках, у себя на округах. Сейчас официально каникулы. Мы с Алексеем были где? Не каникулы. Мы были зараз тоже день работы с выборцем. Мы были в Страсбурге. Работа... Я думаю, зрители обратили внимание, как депутаты сами запутались, что же у них на сегодняшний день, каникулы или работа с избирателями на избирательных участках. Подробности. Давайте сегодня. Подождите, вы продолжите, у меня минутка анонс. Воскресенье, ровно 20:00, подробности к неделе. Вы обязательно увидите, чем же занимаются депутаты на самом деле, когда нам с вами рассказывают, что работают с избирателями в округах или работают в комитетах. Посмотрите, мы подготовили очень интересный сюжет. Теперь продолжайте. Окей. Так вот, когда говорят, что депутат работает в зале, за что можно идти в зал и имитировать? Работает он, когда готовит законопроекты, когда общается с избирателем, когда действительно работает, и это видно по результатам. Если работает, сразу уточняю. Если работает. Я не спорю. Вот когда рассказывали о том, что масса депутатов поехала на инаугурацию Трампа, 6 человек было. 6. Где еще 94, я хочу увидеть? Потому что они использовали, они поехали на инаугурацию, по дороге заехали почему-то. Мальдивы, Давос,
другие прекрасные места. Мы работали, выступали, вам за Трампа обидно или что? А? Вам за Трампа обидно сейчас? Мне не за Трампа обидно, мне обидно за то, что одни, рассказывают одни, делают Нет, другие, а пиарятся третьи. И вот последний 90. Вопрос. Кстати, между прочим, сразу скажу, каждый выбирает свой путь. Кто-то покупает себе округ, это правда, мы знаем с вами. Покупают округ, затем не ходят, 99% из них не ходят на заседание, потом покупают опять. Ребята, а чего вы жалуетесь тогда? Вы же за них голосовали, да, за деньги, тогда не жалуйтесь. И последнее, самое главное. Рано или поздно перевыборы будут. Очередные, внеочередные. Я думаю, что народ сможет рассудить. Другое дело, что народ... У нас с короткой политической памятью. Не помнит народ, что происходило буквально год назад. И будет народ смотреть по телевизору, как выступают люди и рассказывать будут они. Мы патриоты, мы все для вас делаем, вы только выберите нас. А в глазах у этих людей будет читаться одно. Пустите нас к корыту, пожалуйста. Так, Борислав, извините, но как для человека, который, напомню, опоздал на сегодняшний эфир без уважительной причины. Я прилетел из Страсбурга, извините, задержался по самолету. Да. Я прямо сейчас хорошо, самолета. Тогда причина считается уважительной, но все равно я вас перебью. Тарас Загородний, скажи, видел, пожалуйста. На парашюте спускался. Как считаешь, можно ли назвать... Вот Борислав заговорил о хотелках. Я хотел бы на этом остановиться. Можно ли считать политической коррупцией вот те факты, когда для... нужного голосования, коалиция добирает голоса среди депутатских групп. В прессе сразу же появляются сообщения и громкие заявления звучат о том, что все это далеко не бесплатно. Ну, знаєте, у нас як політична корупція, так і слово реформи вже так дискредитовані, що вже, знаєте, підозрюють навіть найбільш там чесних депутатів, тому що реально вони не робили. Тому я б тут не зробив таких висновків, що ми повинні, знаєте, у нас таке уявлення дещо ідеалістичне про парламент, це є представниками народу, так? Як би там не говорили, так? І якщо є голосування, є інтереси і народні, є інтереси і лобістських груп, які існують у будь-якому парламенті, у будь-якому світі. Давайте не будемо, знаєте, оцей комплекс меншовартості, який, знаєте, ми самі собі набиваємо, що у нас найгірший парламент у світі, там, да? У нас найгірші депутати, у нас найгірші політики. Ну, давайте не будемо себе так картати. Питання в тому, що, і коли, знаєте, теж питання, я погоджуюсь з паном Березою, що коли питання не в присутності депутатів, питання в ефективності роботи. От чому питання, так? Це по-перше. Я, наприклад, завжди дивуюсь, коли або депутати, або люди вимагають, давайте приймайте закон. Я говорю, ну подумайте навпаки, чи менше чиновників, чи менше парламенту, чи менше законів будуть регулювати ваше життя, тим краще буде для вас. Ось що повинні виходити. Знаєте, як Трамп вийшов, у нього програма була. Якщо ми приймаємо, то настільки зарегульована була після Обами зараз економіка, що у Трампа була програма. Один регуляторний акт і два скасовуємо. Оце правильна програма. От якщо б парламент ухвалював закон і два скасовував, оце було б найкраще. Понятно. Це по-друге, по коаліції. В дійсності, чи є депутати, які готові вийти? Є депутати, які готові вийти. Чому? В першу чергу це мажоритарники. Мажоритарники наші найбільш наближені до землі. Вони знають, що коїться в країні, так? Вони бачать, що яку ненависть вже викликає і коаліція. Їм можна їхати і дивитися людям в глаза. Вони перші, які покинуть коаліцію, яка, до речі, де-юре реально не існує, тому що ніхто списків не бачив. Я хочу нагадати, у нас в 2014 році ж парламент розпускався саме з такої причини. Розпалась коаліція. І це офіційне було, так? Тому в даному випадку, звичайно, що чому хитає вже діючу коаліцію, яка де-юре не існує. Чому? Тому що мажоритарники відчувають, що чим більше вони будуть перебувати і будуть наближені до влади, тим менше у них шансів будуть переобиратися. І тому це і хитають. Тому і голосів все важче збирати. А пиріг-то зменшується, економічна ситуація не покращується, як би не говорив нам пан Гройсман. Ну, за всіма ознаками парламент повинен бути розпущеним, там, так? Як би ви не говорили. А сроках ми можемо говорити? Але, звичайно, у нас завжди відбувається та сама історія. Тарас, у нас парі, пам'ятаєш про парі? Влітку парі про розпуск парламенту. Пам'ятаю. Через півроку будемо, він сказав, що влітку будуть вибори. Давайте, питання наступному. Шанси Володимира ростуть.
Питання в наступному, шановні. Я вже 15 років точно чую, знаєте, розмови, як тільки хтось приходить до влади, завжди якось втрачаєте бажання йти на вибори. Звичайно, що всі будуть триматися, але ви не забувайте, що як парламент 12-го року теж тримався там, да? Давайте не будемо нічого змінюватись, ніяких змін. І довелися, дочекалися. Питання в тому, що рівень життя різко знизився, шановні там, да? Або ви йдете все рівно на перевибори, випускаєте пар, вас просто винесуть. От і все, Майдану вже не буде, якщо ви не розумієте, в якому стані знаходиться країна. Я хочу напомнити слова Віктора Пінзеника, він дуже часто повторяє шуткою, или, возможно, горькою правду о том, що стране вигідніше, когда наш парламент не работает, депутаты тогда не успевают принести много вреда нашей стране. А среди нас есть экономический эксперт Алексей Кульч. Здравствуйте, вы первые в нашей программе. Спасибо, что пришли. Как вы оцениваете это высказывание экономиста тоже Пинзенека? Как много наши депутаты уже успели накосячить и принести вреда нашей стране? Ну, знаете, слушая историю про 10 депутатов, я думаю, что стартап года будет это вывести 10 депутатов с коалиции. Завести 20? Завалить несколько законов и потом договориться о заведении их обратно в коалицию. То есть я думаю, что это будет лучше... Будет создана просто новая депутатская группа, которая присоединится к коалиции. Вот это будет стартап года. Так я про это и говорю. Минимальные затраты и колоссальная рентабельность проекта. Напоминаю еще раз, депутатские группы не могут этого делать. Должны быть важно. Тогда это дискриминация депутатов мажоритарщиков. Нет, это дискриминация. Я вам цитирую, просто сейчас букву закон. Алексей, поэтому я думаю, что... Но предупреждал же среди нас новичок. Вы помните свои первые эфиры в этой студии? Уважайте, пожалуйста. Алексей, продолжайте. Поэтому думаю, что если такие стартапы, но опять-таки пространство для этих стартапов, оно очень маленькое. Горизонт событий, он сузился практически до минимальных показателей. Поэтому я думаю, что действительно те депутаты, которые ближе к полевым исследованиям, я думаю, что они понимают ту реальную ситуацию, которая находится в реальном секторе экономики и в обществе. Поэтому можно выиграть один стартап, второй стартап, но стратегически это будет поражение, причем уже все. А как вы можете прокомментировать слова тех политиков, как правило, они представляют правящую коалицию на сегодняшний день, что украинская экономика не переживет очередных перевыборов? Ну, понимаете, дело в том, что нас все время пугает дном, но, как показывает опыт Могадиша, дна не существует. То есть, причем те люди, которые оттуда возвращаются, они говорят примерно то же самое, что очень часто можно услышать про Киев, например. Престижные машины на улицах, элитные магазины. Кто приезжает, говорят, мы не видим кризис. Да, мы не видим кризис. Точно так же в центре Могадиша можно увидеть и Мерседесы, и престижные марки автомобилей. Владимир Фисенко. Да, я очень коротко про 10 депутатов. Понимаете, моя версия. 10 негритят. Да, да, 10 негритят, как угодно можно называть. Да. Но если бы хотели выйти, вы уже бы вышли. Как Бублик, как Мищенко, Алексей, уже вы же бы не угрожали им только что. Почему слух есть, а выхода не нет? Не трогайте Бублика, он с Полтавы. Нет, хорошо, хорошо. Почему слух торгуется? Есть? Да. А выхода нет. У меня версия такая, что ребята просто шантажируют. Просто шантажируют, я не знаю, там какую фракцию, коалицию, какое руководство, для того, чтобы выбить какие-то преференции себе, скорее всего, по бизнесу или что-то, может быть, для своих округов. Поэтому и не выходит пока. Да. А что касается вот создания коалиции, фракции, там, депутатские группы, на самом деле вот здесь одна из немногих коалиций, которые уже давно существуют. Потому что когда записывали, что создают только депутатские фракции, то предполагалось, что все депутаты тогда избирается по партийным спискам. А сейчас смешанная избирательная система. Поэтому действительно может быть и обращение в Конституционный суд. Потом, опять-таки, парадокс. Я уже напоминал. Разные ситуации. Який зв'язок? Да. Поэтому... С одним ажиотарником уже вступить в фракцию. Еще. Еще. Речь идет о том, что если вы решите, что только депутаты партийных фракций могут быть членами коалиции... Конституционный суд. Не важно. Конституционный суд.
мажоритарник може все одно вступити в фракцію. Тобто те, що ви кажете, жодної колізії тут абсолютно немає. Якщо б мажоритарник не міг вступити в фракцію, тоді ви були праві. А так ви просто вигадуєте. І виходить ли так, що перші неділі февраля, на яку у вас заплановано відкриття нової сесії, всі будуть зайняті переформатуванням коаліції, вхождением, вихождением, і забудуть о головних питаннях, які потрібно зараз вирішити в країні. Наприклад, місія МВФ ждет... МВФ ждет от Украины конкретных шагов, которые бы подтвердили готовность Украины сотрудничать и дальше с МВФ. Цена вопроса – миллиард долларов ближайшего транша. Цей парламент не займається питанням, які потрібні країні. Цей парламент, більшість народних депутатів в парламенті, коаліція фактично, займається, звичайно, клептократією, як їхній уряд на чолі з Гройсмана, так, і президент, і вся олігархія, яка... Тогда я візьму конкретний примір. Може ли вся ця нерозберіха привести конкретно к тому, що і очередной транш МВФ ми не дождемося ще в течение ближайших місяців? Олександр, як ви считаєте? Олександр Кужель. Сільського хазяйства. Ну разве не так? Давайте чесними будь. Послушайте, ми породили за 25 лет. Якщо ви хочете бути чесними, ви тільки що спитали про нього. Ви як за антинародний бюджет голосували? Не було чесної політики і чесних політиків. Да, это клептократы, но какая была генпрокуратура после Майдана? Министерство сельского хозяйства. Как вы голосовали? За Гройсмана? За антинародный бюджет. Не голосовал. Я не голосовал. За вы голосовали. Вы за голосовали. Вторая важная составляющая. За бюджет не голосовал. Я зараз, я только что открыл сайт Верховной Рады. Я Ценюка не голосовал и борюсь. А вы молчите. Молчите. Вместе с Госдепом предыдущим, который крышевал коррупцию в Украине. Александр, я надеюсь, вы за этой перепалкой не забыли мой вопрос. Отвечайте, пожалуйста. Я голосовал только за... Я голосовал только за 3200, потому что люди умирают от голода, а потому что получают 1500. Так вот, Сергей, я попозже, это очень принципиально. Люди, поименное голосование, по проект закону. Ничего принципиального у вас нету. Это все политическая игра. Мы придем в следующий парламент, вынесем вас все. Будет социал-демократическая партия 60%. Вот увидите. Знаешь, какой рейтинг? Я думаю, что зрители внимательные, зрители, которые нас сейчас смотрят, могут сделать вывод по перепалкам, которые участились в нашей студии о том, что перевыборами все-таки в стенах Верховной Рады запахло очень сильно. Микрофон остается включенным только у Александры Кужель. Александра, пожалуйста. Нет, отключены все микрофоны, кроме Александры Кужель. Александра, пожалуйста. Хай Кужель отвечает за свое голосование. Хай за голосование. Вы за голосование. Я еще раз говорю, я пытаюсь им быть. Друзья, ваши микрофоны давно отключены. Александра, пожалуйста. По-перше, я хочу, чтобы вы поклали руку на сердце и сказали, вы подписывали коалиционную угоду? Трех. Підписували? Неправда, тому що її нема. Я запитувала, у більшості, ви переходили від Юрія Дерев'янка, входили в коаліцію, може щось і підписували. Я підписувала коаліційну угоду, як тільки зайшла в парламент. І не виходила з коаліції. Не перебувайте, будь ласка. Не перебувайте, будь ласка. Не підписували коаліційну угоду. А ви підписували угоду? По-перше, ми не входимо до коаліції, слава тобі, Господи. Ми підписували угоду, ви після обрання парламенту. Вже другая коаліція зараз. Треба... Угода не змінилася. Ви можете не перебивати? Будь ласка, я вам дуже дякую. Що по поводу партійності, про яку ви сказали, зараз виставлялись. Дуже показовими були місцеві вибори, які були в грудні місяці. Практично всі люди йшли самовисуванцями. Від партії йшли тільки від «Свободи», від «Батьківщини» більшості і від «Наш край», який є партією мера. Той же самий, дуже мало практично було інших партій. Ці йшли з самовисуванням. Вони прятались від людей свою партійність. І це є поганий приклад того, що ми зараз маємо. Що ми будемо мати зараз в лютому? Що я боюсь найбільше? Дуже неприємні вимоги МВФ, які ми сьогодні не знаємо, підписані вони чи ні. Особисто для нашої команди це є найстрашніше питання, це вирок для України, це ринок землі. І якщо це буде іти таким же чином, яким приймався цей геноцидний бюджет, таким же чином, як приймали зміни до податкового кодексу і все інше, з покупкою людей, з грошами, з всім іншим, з гананням мертвих, живих і не родившихся, то для мене страх є, що ми просто в такому вигляді парламент краще б і не починав працювати. Да,
Отлично, можно ответить. Коли була умієте же культурно. Конечно. Подняв руку. Коли була прем'єр-міністром Юлія Тимошенко, вона підписала листа на Міжнародний валютний фонд, в якому зобов'язалась вести ринок землі. Є відповідний документ, можу зараз процитувати. А зараз бачите, що каже її фракція. Хочу нагадати вам, що саме ця коаліція проголосувала за мораторій на ринок землі на 2017 рік. Тому не треба лякати людей. А краще спитайте Юлію Володимирівну. Ви не забили, що після Тимошенко був ваш Янукович. Успокойтесь. Ви вже всі забили. Я вже спокоєн. Я вже спокоєн. Юлія Володимировна Тимошенко обіцяла МВФ ринок землі. Остановитесь. Вы еще придете Борислав проситься. Береза. Рынок земли никогда в жизни Тимошенко не предлагала. Я тогда сейчас найду. Борислав, я буквально позавчера давал... В ваших темниках. Я буквально позавчера... Интернет что ж тут такое? Алексей. Я позавчера в Страсбурге интервью... в кулуарах после программы. Я буквально позавчера давал интервью в Страсбурге испанскому журналисту Пабло Гонсалесу. И он сказал, вы считаете, что плохого в том, что появится рынок земли? Я говорю, в том, что появится рынок земли, неплохо. Я говорю, а вы как считаете? Говорит, он вообще сторонник левых взглядов, социалист. Это действительно откровенно, он не скрывает это. Говорит, я тоже считаю, что это правильно, потому что эта валюта в страну пойдет, это новый рынок земли, это возможности как для селян, так и для людей. Фактически Украина привлечет этим возможностью инвестиции. Я говорю, самое главное... Как будет выписан закон? Правильно. Под граждан Украины или под какую-то персоналию? Угу. Вот это очень важно. А у кого он согласился на 100%. У кого из вас есть деньги, у родителей покупать землю? Юрий Павленко. У кого у фермеров есть деньги покупать Александра. Землю? Купят 5-10 латифундистов, и все будут работать рабами. Основная проблема этого парламента, нашего политикума, когда вы научитесь друг друга слушать? Когда вы научитесь друг друга уважать? Основная проблема действующего парламента, и вот Алексей про нее очень хорошо сказал в первом своем выступе, це зневага діючої так званої коаліції чи більшості Верховної Ради до закону і до регламенту роботи Верховної Ради. Іде повне ігнорування і повне порушення на кожному засіданні регламенту як закону. І це, на жаль, не дає можливості повноцінно працювати парламенту. Не проблема в тому, що депутати не ходять. Та депутати не ходять тому, що порядок денний роботи Верховної Ради формується виключно під окремих народних депутатів, які є в більшості, або їхні фінансово-промислові групи. Це перше. Друге. Тобто нормально, коли депутати не ходять на роботу. Ви говорите, це дуже погано, але риба гниє з голови. Тому на громадські роботи, в першу чергу, має йти голова Верховної Ради, який постійно порушує закон про регламент. Це перше. І останнє, щоб коротко. Я сочувствую вже голові Верховної Ради. Ви ж сидите, взриваєтесь до мікрофона, ви нікого не слышите. Я вже в деяких радах був і згадували, що коаліції рушились. Знаєте, ще одна проблема парламентів і всіх попередніх? Це відсутність регламентованих прав і обов'язків опозиції. Потрібен закон про парламентську опозицію, яка би мала не тільки права, але й обов'язки. І от коли буде повноцінне змагання в залі парламенту владної коаліції і опозиційної з відповідними правами, обов'язками, з чітко підписаними коаліційними угодами і завданнями для опозиції, отоді парламент буде більш ефективним і більш менше буде приймати закони проти... Я зачитаю. Дайте просто зачитаю. Пункт меморандуму МВФ, підписаний прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Тільки зачитую все. Считаем также важным отметить, что насущная необходимость во внедрении структурных реформ в Украине не выпала из нашего поля зрения. На наш взгляд, можно выделить несколько мероприятий, которые будут иметь решающее значение в ближайшей перспективе, в том числе создание работающего рынка сельскохозяйственных земель. Подпись Юлия Тимошенко. А вы знаете, что это имеется в виду? Я знаю, что это когда? Граждане! Виктория, я с удовольствием хочу дать а не продажа гражданских сельскохозяйственных земель. Разберитесь. Она уже давно передумала. Алексей. Нет, Виктория, пошли затем. Не выдумывай, не надо. Не надо, мы говорим о разных вещах. Виктория Пташник, вам слово. У меня не выстачает моей у меня уже не выстачает.
Ви знаєте, я є позафракційним депутатом. І я те, що бачу, очевидно, що законопроекти приймаються не тільки двома фракціями. І для мене, як позафракційного депутата, якому, до речі, пропонували там вступати в деякі фракції, але я не вважаю жодну фракцію гідною для того, щоб в парламенті зараз до неї приєднуватися. Незважаючи на це, я голосую і підтримую ті законопроекти, які ми приймаємо на користь нашої держави. Якщо я знаю, що нам потрібен законопроект про Вищу раду правосуддя, тому що вона не працює і тому що вона не може здійснювати дисциплінарні провадження і звільняти суддів, то очевидно, що я долучаюся, працюю над поправками і голосую за цей законопроект, незважаючи на те, що він є коаліційний. Якщо я розумію, що є певні лобійські моменти в бюджеті або в змінах до податкового кодексу, де конкретні великі, скажімо так, багаті люди отримали преференції від держави, то я не голосую, тому що розумію, що цей законопроект не корисний для українського народу. І я думаю, що кожен з народних депутатів має виходити саме з такого, з такої схеми. І розуміти, якщо позитивно, голосувати. Еще одну тему хотел бы обсудить. На днях в ПАСЕ была принята резолюция по Украине. Ну, смотрите, наверное, она не такая простая, если даже украинская делегация разделилась на две части. Одни говорят, что это зрада, вторые кричат о том, что это перемога. Ну, вот, Борислав Береза, по вашей оценке, все-таки, чего там ближе? Победа Украины или проигрыша? Давайте не путать один и одни. Да. Здесь сидит как минимум один представитель коалиции, один представитель оппозиции, у них что-то совпадает мнение. А у отдельно взятого члена нашей делегации свое отдельное мнение. Радикальные партии. Я хочу объяснить. Давайте серьезно. Если, Алексей, вы выпьете стакан воды, это зрада или перемога? А если вы поспите, это зрада или перемога? Или это нормальные жизненные процессы? То, что произошло в ПАСЕ, не зрада и не перемога. Это нормальный рабочий процесс, где украинская делегация достигла всех целей, поставленных перед ним. Все. Раз. Второе. Да, нам противостоят серьезные люди. Да, нам противостоят серьезные деньги. Да, у нас нет тех ресурсов. Но, поверьте, как раз то, что делегация собрана, то, что делегация системно работает, каждый выполняет отведенную ей функцию и роль, именно это помогает нам достичь максимального результата. И то, что кто-то приезжает уже на сессию ПАСЕ с заранее заготовленными месседжами, и в любом случае готов был не голосовать, и потом это раздувает определенный пиар, так я хочу объяснить. То он кричит зрада, отлично. Скажите, то есть если бы мы оставили пункт, где должны быть выборы на Донбассе, если бы мы восстановили коммунистическую партию в правах в Украине, если бы мы сказали, что Крым не украинский, гражданская война, если бы мы сказали, что не война, не военная оккупация, агрессия России, а гражданская война, то это бы была перемога. Я тогда с этой перемогой не согласен. Я тогда не могу понять, чем недовольна осталась радикальная партия, которая в пух и прах. Да, давайте уже Алексей, да. Я только одну фразу. Которая в пух и прах разнесла эту резолюцию. У нас был новый член нашей делегации Константин Усов, который сексуальных меньшинств, поэтому не проголосовал. Секундочку, Алексей, вам слово. Это вообще другое. У нас Борислав, быстрее, заканчивайте, Алексей. У нас был член нашей делегации, Константин Усов, новый, который, сидя в парламентской ассамблее, вдруг меня спросил, а здесь не переголосовывают? Я говорю, нет. И что, вот так вот раз и все, и нет? И да. Я говорю, и вот, вот никто не ходит? Да. Нет, и телефон? Я говорю, да. И он такой сидит, благодать. Я хочу сказать, что эту благодать надо в Киеве пропускать. И последнее. Тот человек, о котором мы говорим, это Андрей Лозоволь. Когда отвечаете, вы мои вопросы слышите или нет? Единственный человек, который не голосовал. История про Усова прекрасна. История про Усова прекрасна. Вопрос звучал как? Повторите, пожалуйста. Я про Лозового хочу ответить. Вопрос мой как прозвучал? Про Лозового. Давайте я отвечу. Очень простой. Что так не устраивает радикальную партию? Я отвечу, не устраивает радикальную партию. Андрей Лозовой, видимо, перед отъездом в Страсбург забыл прикоснуться к мощам, которые он задекларировал в электронной декларации. Приехал совершенно с настроением о том, что все плохо, все не подходит сразу. Еще раз говорю, все не подходит сразу. И в самое плохое, что сделал Андрей Лозовой, он вышел и говорит, это плохо, и говорит это там, в
прямо в кулуарах парламентской ассамблеи Совета Европы. У американцев есть правило, все споры до воды. У них с двух сторон океан. Вот до воды внутри страны спорим обо всем угодно. Выехали за пределы, мы одна команда, мы одна страна. Иначе быть не может. У меня с Бориславом очень различаются взгляды по многим вопросам. Но там, в ПАСЕ, я не могу с ним о чем-то спорить. Нет, мы представляем Украину. Мы боремся за Украину. И когда выходит Лозовой, который якобы представляет патриотическую партию, радикальную партию, а на самом деле партию Масийчука, Лешка, своих мощей и всего остального, и говорит о том, что, ребята, это у нас здесь все плохо, человек Лозовой, хочу обратить ваше внимание, который за время работы делегации был всего несколько раз, который был всего несколько раз на заседаниях комитетов, и который выходит и говорит что-то, что это означает? Он ищет политический пиар. Ему и нужно было, чтобы на сегодняшней программе мы вспомнили Андрея Лозового. Он своего добился, что якобы есть какая-то другая точка зрения. Произошедшее, я даже не знаю, добивался ли он того, чтобы вы о нем вспоминали именно так. Я думаю, именно этого. Произошедшее в Страсбурге, безусловно, достижение для Украины. Почему? Потому что в этом, это была на самом деле мониторинговая резолюция по Украине. А значит, она изначально критичная. И в ней было сказано, что у нас есть прогресс, да, у нас есть проблемы. И это правда, мы и сами это знаем. Но самое главное было сказано, что есть прогресс, что у нас есть военная агрессия против нас России, что Крым нелегально аннексирован. Все это там есть, а значит, есть результат деятельности украинской делегации. Понятно, верну вас еще раз на вопрос. Одна фраза. Нет. Если человек недоволен, он подает поправки. Подал ли хоть одну поправку Андрей Лозовой? Ноль, ни одной. Как можно говорить, чем он недоволен? Работай тогда, Верну вас еще раз. Честно кажучи, что ці резолюції є дуже серйозні вимоги до української влади. Це до певної міри і вирок українській владі, яка не спроможна проводити реформи, яка нехтує рекомендаціями Парламентської асамблеї Ради Європи. Якщо Україна далі не буде реагувати на рішення Парламентської асамблеї Ради Європи стосовно закону про люстрацію, стосовно закону про опозиції, стосовно захисту прав і свобод людини і громадянина, стосовно конституційної реформи, то ми можемо опинитися там, де зараз Росія. Ось про що треба говорити. Посмотреть следующий эфир. Подробности недели, воскресенье, 8 вечера. Мы по полочкам разобрали и резолюцию, и спрогнозировали, что будет с Украиной, если она не прислушается к ней. Ирина Суслова, затем вы очень коротко. Выконувати те, что там написано. Спасибо, закликайте, Ирина. Ну, дійсно, якщо ми говоримо про парламентську асамблею Ради Європи, ми вже котре побачили, ну, цей раз такий дуже виважений документ. Попередня сесія, це була взагалі дуже велика перемога нашої делегації. Що хочу зазначити, що дійсно там є певні критичні моменти. Наприклад, ті, що необхідно допрацювати закон про люстрацію. Але він є допрацьований, він є навіть зареєстрований вже в парламенті. Тепер його необхідно винести, розглянути у залі парламенту, мати фахову дискусію і потім ставити на голосування. Але він є допрацьований, правильно? Є рекомендації щодо необхідності ухвалення Стамбульського конвенції. Є Стамбульська конвенція, є два законопроекти, які завдяки яким можна її ратифікувати і потім почати імплементацію. І також ось найближчим часом буде винесено. Ми його виносили, пам'ятаєте, що відбулося один законопроект в першому читанні. І, значить, я вважаю, законодавство про вибори, виборче законодавство, комплексний виборчий кодекс. Також нам наголосили на тому, що ми необхідно завершити з доопрацюванням його. Сьогодні є робоча група, також завершується з допрацюванням. Я сподіваюся, що ці рекомендації не будуть просто рекомендаціями, а залишаться реальними документами. Сергій, дуже коротко. Я, пользуясь моментом, предлагаю нам начать выполнять этот документ. В этом документе написано рекомендации нашему государству создать унитарное, сильную страну с высоким уровнем децентрализации. То есть думать о простых, обычных людях, которые живут в селах, городах, небольших городах. Так вот, давайте, вот мы приняли по инициативе Кабмина, президента и профсоюзов решение о повышении минималки до 3200. Заложниками, к сожалению, нам нужно признаться, этой ситуации оказались предприниматели. Вот мы, например, Социал-демократическая партия, инициировали, я сегодня говорил с президентом, и он обещал поддержать как минимум от БПП, буду говорить садовым, со всеми, чтобы поддержали на всех уровнях, во всех райсоветах, городских советах решение о снижении ставки вдвое для малого бизнеса, для второй группы. Будут платить не 640, а, например, там 230, 220. Всех призываю депутатов местных советов поддержать и спасти малый бизнес. Добьетесь, лично похвалю в этой студии. Алексей Гончаренко, к вам очень короткий вопрос. Вы в Фейсбуке полтора часа назад подтвердили
информацию об отравлении Игоря Кононенко. Коротко, что вам известно, не опровергните ли сейчас эту информацию? К сожалению, действительно имеет место факт отравления нашего коллеги. Где, чем, подробности какие-то? Ртутью, подробностей каких-то нет на сегодняшний день особенных. Игорь не эту информацию не выносил, не делал ее публичной, чтобы не было вокруг этого сенсации и манипуляции. Но это уже несколько недель назад произошло. И... А где он сейчас находится? Слава богу, он человек сильный, с ним все будет в порядке, он работает активно и в партии, и в парламенте. После сильного отравления ртутью? Но, безусловно, он проходит медицинские процедуры. Ну, хорошо, пожелаем ему тогда выздоровления. Да, давайте пожелаем. Покажите, пожалуйста, наш опрос. Финал программы. Тарас Костанчук, приготовьтесь вам, как всегда, его комментировать. Покажите наш вопрос. Наши зрители отвечали на вопрос, что выгоднее Украине, что обойдется дешевле Украине на сегодняшний день. Переизбрание Рады или сохранение Рады? 28% за сохранение. Все остальные, понятно, за распуск парламента. Тарас. До минуты, пожалуйста, ваше мнение, Тарас Костанчук. Розумієте, тут питання, що обійдеться дешевле. Але ж люди сприймають буквально. Тут же ж треба було б трохи інакше, можливо, питання, наскільки ви хочете поміняти цю владу. І було б протилежно. 72 були б за те, щоб поміняти цю владу, цю Верховну Раду. Тут трошки питання, яке ставить людей в тупик. Я впевнений, що 80% людей за те, щоб поміняти цю владу і винести якомога швидше. Мені так цікаво, ніхто не буде, ви ж розумієте, я вже попереджав про це, і багато хто це розуміє. Ну ще березень, ну ще квітень, ну ще травень. Ми почекаємо, ми ще подивимось. Ми – це ми. Це люди, громадяни, які пройшли війну, це добровольці, це активісти. Ми прийдемо до вас у Верховну Раду, просто вас попросимо звідти вийти назавжди. А що буде далі? Буде нова Україна, нові люди, нові обличчя, нові партії і слава Україні. Спасибо, Тарас. На... Добавить от себя я ничего не успею, ну и, наверное, вряд ли сегодня хочу. Вы сами все видели, вы сами все слышали. Делайте вывод. Это было политическое ток-шоу «Черное зеркало». До встречи в воскресенье, в подробностях недели. Всего доброго.